Всем привет! Сегодня Елена Голунова сообщила о том, что вновь стала мамой. У звезды родился сын. Ясновидящая принимает многочисленные поздравления от близких, родных и поклонников. Безграничное счастье, нежность и любящие сердца. У Миланы родился братик. У каждого в жизни есть то, ради чего стоит жить. Его цели и приоритеты. У одних карьера, у других богатство, у меня главное – это семья и мои дети. Пусть каждый из вас идет к своим целям. Ничего не бойтесь, никого не слушайте, живите как чувствуете и пусть удача сопутствует вам во всем. Вдыхайте полной грудью аромат жизни. Пусть любовь и детский смех согревает ваши сердца. Поделилась Елена. Для нее новорожденный сынок стал пятым ребенком. От первого брака у Елены родился Влад, Дмитрий и Лев. У Голуновой родилась дочь уже от третьего супруга, за которого вышла замуж в прошлом году. Молодую маму поздравляют многочисленные подписчики. Леночка, вы просто чудо, вы большая молодец. Всегда думали, что у вас большой потенциал. Желаем вам и малышу крепкого здоровья и хорошего настроения. Огромного счастья всей вашей дружной семье, писали пользователи сети. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!